Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 февраля. По народному месяцу слову Алексей Рыбный. В этот день христиане чтят память святителя Алексия, митрополита Московского и всея России. Жил в конце XIII-XIV веках. В народе этот день получил название «рыбный», так как 25 февраля начинал таять снег и хорошо ловилась рыба. И по традиции в этот день на стол ставят всевозможные из нее приготовленные блюда. Особое место отводится растягаем. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Растягая подавали к рыбному бульону, а иногда во время еды его заливали прямо в пирожок. Чтобы это удобнее было делать, сверху у пирожка оставляли отверстие, которое и приходилось растягивать. Вкус растягаев был всегда отменным. Именно поэтому в XIX веке и в начале XX их подавали практически в любом трактире, а трактирщики соперничали между собой в искусстве их приготовления. Тесто для растягаев делают так же, как и для ватрушек, или же кислое тесто на дрожжах, куда прибавляют перед приготовлением самих растягаев немного соды, отчего они становятся замечательно пышными. Начиная с Алексея Рыбного, в течение 3 дней выставляли ненадолго на утренний мороз зерно, предназначенное для посева. Говорят, что тронутые морозом семена закаляются и дают лучший урожай. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. Главное, не забывать их убирать в теплое место, иначе они могут померзнуть. Также поступали с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия, будешь с деньгами на Масленицу». День Власия отмечали накануне. После того, как пряжа побудет на холоде, нить становится ровнее и не так кучерявится, а вещи из нее долго служат своему владельцу. 25 февраля знахари избавляют от испуга. Недуги подобного рода излечиваются народными целителями очень успешно. В этот день также примечали: вьюга или туман целый день к дождливому лету. Если снег тает, значит, будет хороший клев. Ночью был иней, днем жди снегопада. Пушистый иней к хорошей погоде. Если дует ветер, а иней нет, быть бурану. Луна ночью будто покраснела, жди завтра ветра, тепла и снега. И добавляли: улетают на север свиристели. Много снега, много хлеба, много воды, много травы. Здравия и счастья вам, славяне! Братья месяцы.